Ребята, сегодня я хотела бы сделать такой влог, простите, что передняя. Я через телефон снимаю, и вообще не через мой. Здесь бардак, клей для ногтей, лак для ногтей, короче, фигня всякая. И моя сама комната, и мое зеркало, которое перетащило вон оттуда сюда. Утром. Уже, кстати, хочу сказать, давно не утро, уже время, наверное, 3. И мы сегодня будем жарить шашлыки домашние, вкусненькие шашлычки. Я хотела бы сделать влог о шашлыках. Как-то так. Так, если я вас интересовала, то поехали. Так, мы спускаемся, во-первых, вниз. Уже пахнет углом, и мясо уже приготовлено, так что поехали. Я спускаюсь. Хочу сказать, очень сильно воняет на болоте. Очень воняет. Ой, господи, фу. Ой, фу. Господи. Он, короче, и вон папа его разогревает таким вот. Вот таким вот способом. Ребята, воняет, я не могу. Давайте о чем-то другом поговорим. И, ребята, простите, я поднялась наверх, потому что воняет так, что мне аж плохо стало. И... Привет снова. Во-первых, я хотела поговорить вам о чем-то другом. Так, для начала мы закроем дверь, чтобы не воняло. Так, будем как-то так общаться, потому что я уже не могу переделать камеру. Фух. Скажу спасибо всем, кто меня просмотрел за эти 16 или 17 просмотров. Все равно спасибо вам большое. Спасибо за лайки, спасибо за подписчики, которые ко мне привязались. Но спасибо хоть что. И хочу сказать, что долго не делала видео. Не приходила в идею даже, что можно снять. И решила все-таки сегодня сделать такое видео. Под имена влог, или как там, под шашлыками, или мясом, не знаю. Короче, хочу рассказать тебе это со скоро, хочу сказать свои события, что произошло со мной. Хочу сказать, что вы не следите за моей жизнью, да, как бы одно видео всего было, как я просто там болтаю. Все, ничего не было. Хочу сказать, что скоро еду на остров. Чемодан уже приготовила, через 9 дней я уезжаю на остров. И вы поедете со мной. Да, со мной. Хочу сказать, что имею в виду, пойдите со мной. Я буду снимать сюда через телефон и буду это вылаживать. Да, буду вылаживать видео. У меня будет 5-2 канала. Будет один, два канала Софии Шветитова. И этот канал я назову, как сейчас буду думать. Кто меня сейчас смотрит, то заходи на София Титова, напиши. И там, где будет одно видео, 4 подписчика вроде, то нажмите на него, и это я. Там мой второй будет. Итак, хочу сказать, что на острове очень классно было второй раз. Я его сниму, как мы едем туда, с кем я еду. Сниму даже утро, как мы просыпаемся, как я одеваюсь. И все такое. Сашлышки, ребята, да. Итак, ну если у вас нечего нам делать, давайте, я не знаю, что я сделала. Это уродство просто последнее, какое только было, наверное, которое я сделала. Смотри, значит, такая фигня. Вот такая вот. Это не кровь, нет, это не кровь, это ничего такого. Это у меня, короче, от джинсов было. И оно теперь вся. Ставила это, чтобы вся краска из него ушла. И получилось такое какое-то. Короче, засуну обратненько все, давай. Ой. Ставим еще. Хочу сказать, ребята, что я сделала такой эксперимент. Взяла простое яйцо, не вареное никакое, просто взяла. И засунула его в уксус. Простой уксус. И до завтра оставила. И хочу посмотреть, что с ним будет. Что говорят, что будет такой мячик. Получится мячик. А еще, если вы хотите, чтобы получился совсем мячик, то...
то возьмите вареное яйцо, добавьте без скорлупки уже и добавьте его в уксус. Тогда будет такой мячик. Станет таким. Как мяч, короче. И давайте, наверное, я не знаю, что вам покажу. Покажу свою полку, что ли. Да. На ней еще и ценник есть. Не подумайте, я не бомж. Просто эту полку мне очень нравится. Еще у меня телевизор. Бабушка здесь. Ладно, я не буду сейчас о семье и о румтуре или что-то такое. Просто покажу вам что-то. Так, я опять выхожу из комнаты. Вон моя комната. Ужасно выглядит она. Простите. Мясо уже начинает готовиться. Уже как бы его жарят. Так что пойдемте посмотрим. Я хотела показать просто свой рост, показать меня вообще чуть-чуть в росте. Ой, а это что такое? Ой, я не выключила. У меня какое-то пятно на майке. Какое-то красное пятно. Ладно, я не подумайте, я не пикала или что-то такое. Я просто зашла в туалет. Чтобы вы меня увидели полном росте. И вот она, я опять. Привет. Пошли вниз, посмотрим, что жарится. О, меня зовут. Мясо выкладываем. Мы выкладываем мясо. Ой, простите, рукой. И сейчас я пойду, короче, мне надо помыть сковородку. Мясо у нас, а вкусное мясо. Вот такая погода у нас в Греции. Нормальная, жарко, очень жарко, хочу сказать. Мясо такое у нас вкусное. Ой, блин. Ой-ой-ой. Пожалуйста, не брызгай. Не брызгай. Уже 7 минут снимаю. Это, блин, минуту назад было еще минута. Офигеть. Время идет быстро. Вон море. И там вон море. И там море. О, человечек. Понимаете, ему что-то нормальное, да? Но для начала... Мясо! Он такой горячий, фу, я боюсь, чтобы меня туда не плеснуло. Это у нас кухня. Кухня. И балкон второй идет. Вот так вот. Там вон жарится. Могу как бы отсюда пойти, но здесь грязно, я босиком. И не хочу портить ноги. О, кто-то идет. Вот здесь маленькая черепой. Я режу перчик. Вкусный, сладкий. Перчик готов, порезанный перчик. Ай, как воняет, дуст, конечно. Фу. Ну, именно дымом, пап. Не воняет, фу, господи. Черешня. Да, Ларис, пришел. Жарим уже. Ой, ну что, камера была включена. Блин, камера была включена, ребят. Простите, пожалуйста. Ой. Итак, я что-то долго пропала. Вот еще. Нарезала я. Пап, я еще нарезала, короче. На тебе еще перчика. Надо ножик. Ребята, простите, что я так свою. Вот так. А, так. Короче, мне только шляпа. Шашлычок. Мы готовим шашлычок. У нас уже помидорчики. Все уже жарится. Все такое вкусненькое. Еще там есть. Воняет дымом. Фух. Ой-ой-ой. Фу. Смотрим, какие давай, получились. Смотрите. Какая вкуснятина. Поставь. Все. Вот что у нас получилось. У нас еще соус есть.
Очень вкусно получилось. Дай мне чуть попробую. Вот мне дали кусочек попробовать. Попробуем. Какое мясо! Офигеть! Кушайте, дети. Какое? Какое вкусное, какое такое сочное. Господи. Я такого не пробовала еще ни разу, наверное. Пап, очень вкусно. Как вкусно. Я жду свою порцию. Взяла тарелочку. Буду кушать. Па-па-па-пам. Ой, тихо, я ем уже, я ем. Как раз телефон бы надо было подзарядить. Заряжается теперь телефончик, и все хорошо. Это божественная вкуснятина. Смотрите, что это. Помидорчик такой. Ой, ребята, завидуйте. Все, ребята, наверное, на этом все. Или нет, еще подождите. Я сначала поем, потом все засниму, как все будет хорошо. Так, пока-пока. Ну, на для вас на секунду, а для меня где-то час. Пока.